Праздник неба в городе авиаторов. Ежегодно в Щучине в последний месяц лета проходит авиационно-спортивный праздник. Город, с аэродрома которого в советское время ежедневно взмывали самолеты, и сейчас является местом притяжения любителей и профессионалов авиадела. Именно поэтому на праздник Щучин набирает высоту, приехали гости не только со всей Беларуси, но и из-за рубежа. Каждый мог насладиться зрелищными полетами малой авиации, вертолета Ми-8 и парапланеристов. Самые смелые не только фотографировались рядом с самолетами, но и сами могли подняться в небо вместе с опытными пилотами. Для менее отважных развлечений хватало и на земле. Здесь работал выездной музей авиации, выставка военной техники, были организованы встречи с летчиками-героями. Завершился праздник глубокой ночью танцевальным флешмобом и запуском в небо неоновых шаров.